В частности, мы говорим здесь о том, что есть разные отрасли, разные уровни объектов. Я думаю, что все привыкли говорить про уровень единиц оборудования, но с точки зрения, опять-таки, надежности и отказов, и дефектов, они возникают и на уровнях ниже, и на уровнях выше. То есть есть понятие система, есть понятие агрегаты, узлы, детали, есть понятие материалы, смеси, сплавы. То есть, опять-таки, на наших там очных семинарах мы пытаемся докопаться до. Ну, обычно у нас заканчивается смесь сплавы, то есть именно на этом уровне находится там область материаловедения, а именно надежность материалов, она является, как правило, конечной причиной надежности или ненадежности единиц оборудования. Ну, опять-таки отмечу, поскольку вы попали, можно сказать, в середину таких вот наших семинаров или вебинаров по теме ТАИР, на предыдущих мы обычно рассматриваем именно понятие база оборудования, то есть структура объектов. И в частности, вот здесь вот видно понятие система, технологическая система, в которой находится единица оборудования. Это, по сути, является в данном случае у нас как бы предметом анализа надежности. Но мы очень много времени тратим на описание именно объектов, чтобы они правильно идентифицировались, описывались, нормализовались данные. То есть это вот то, чем мы занимаемся, по сути, на большинстве проектов. Ну и сейчас дошли до темы, собственно, надежности этих единиц оборудования и узлов в составе этих единиц оборудования.